Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. Мы играем в Нека. Нек бежит и впадает в буйство. Похоже, глава называется Буйство, потому что разворотить я могу все, что угодно здесь. Огромная деревяха, которая неуправляемая. Ребята боятся меня уже. Я залез, запрыгнул сюда и всех напугал. Ну давай, кто? Ты там больше не сидишь, чувак. Все, выходи. А, кстати, я ломаю эту древесину. Она как раз мне служит для восполнения моих сил. Для роста, потому что я горю, но это не помеха. Бам! Ой, смола, смола, это плохо. Ну ладно. Как сказать плохо? В принципе, дерева много, поэтому я быстро восстановлюсь. Побежали дальше. Блуждаем в потемках. Кто-нибудь может пострадать? Кто-нибудь, это кто? Видали, как могу с роботами разговаривать? Кто-то еще хочет? Вот это опасная, кстати, девушка. Она очень прыткая. Пусть я меньше ростом, зато намного быстрее. А мне это не помешает. Вот ну, это да, спаслась. Кто следующий? Кто следующий, ребята, подходи. С одного удара вообще просто. Еще, подлетай. Подлетай и отлетай сразу. Этот щитом идет. Ну-ка, щит тебя спасет, нет? Прикинь, спасает щит его. Но не спас его навсегда, потому что он только открылся и все. Сразу получил. Сразу же получил. Вот так открывается. Раз. Щит убери. Мне кажется, даже щит просто ломается у него этот энергетический. Секретка. Янтаря. У нас, кстати, есть удар уже. Ну-ка, давай будем сейчас бить. Давай, здесь, где мы небольшие, так сказать, небольшого роста, можно использовать суперудар. Вырастим? Да, чуть подрос. Ай! Да ты чё? Тоже секретный ход. Пошли. Сундук очередной. Отлично. Такой зеленой, по-моему, не было у нас. А, нет, есть уже четвертая. Прикинь, деталь детектора тайников. Хорошо. Возвращаемся наверх. Ну, что-то жизней мало, меня подкромсал здесь, чувак. Янтарь. У меня уже полный янтарь. А, вот, сейчас можно использовать. Давай! И заберу, схожу янтарь этот. Как ты жив-то остался, я не пойму. В смысле, он с одного удара меня вынес. Так, ладно. Здесь я их быстро раскидал. Стоп, ну я же сундук здесь открывал уже. Еще раз можно открыть, что ли? Или подожди. А, открыт он, все. Не надо сюда. Ну, давай еще раз суперударом попробуем воспользоваться. Давай, бей. А почему одного повалил только? Да мне вот к этому всего лишь подойти надо, близко было, и все. Увернуться хорошенько, подойти, и все нормально. Выходим. Сейчас еще вырасту. Мне бы вырасти большим, да еще и деревяхой стать огромной. Дополнительно. Тогда бы я вообще стал крутым. Самым-самым крутым неком. Так, поближе. Есть. Дальше идем. А, вон самолет уже приземлился. Это такой аэропорт у них здесь. Сейчас мы встретимся с изобретателем. Где-то он меня ждет там.
О, как ты так быстро-то стреляешь? Ты что-то такой резкий. Следующий. Отлетает. Следующий отлетает. Идем. Восстановил жизни. Ха. Не слишком ли прохладно для прогулок? Хотя не для снежной королевы. Смешной мальчишка. Сейчас тепло, и мы даже развели небольшой костер. А, да, я заметил. Так где именно мне искать доктора и Лукаса? Насколько я помню, они гостили у Виктора. Так, прости так, меня, долг зовет. Давай, мы с тобой не разобрались еще. Куда ты побежала? Привет. Привет. А это еще что? А это, Райдер, источник всех наших бед. Виктор нашел несколько таких гигантских реликтов в глубине шахты. У него большие планы. И доктору они нужны. А ты выяснил, откуда гоблины берут оружие? У кого они его берут? Оружие поставляет какой-то супергоблин Гандахар. А откуда оно у него? Не знаю. Похоже, у него своя фабрика. Но они так хорошо вооружены, что подобраться будет сложно. Вот если бы собрать датчик слежения, похожий на реликт, и подсунуть его гоблинам при следующем набеге, тогда мы смогли бы проследить их путь до базы. Хм, это идея. Давай найдем доктора. Может, заодно повстречаем твою подружку. Я ведь умный, а? Умный, умный. Здорово, ребята. Нет, он главное такой свалил, спрятался. А я с ними бейся тут. Да куда ты отпрыгни, ё-моё. Я нажал суперудар, похоже, да? Молодец. Ну, идем. Так, вырасту ли я? Ну-ка, давай-ка. Да, подрос чуть-чуть, нормально. Становлюсь сильнее. На! Следующий. Получай. Дверь откройте быстро мне. Я же захожу сюда уже. Все бойтесь, ребята. Нек пришел. На! Очень крепкий парень я. Поэтому лучше меня не трогать. Янтаря еще насобираем. Смотри, сразу сколько много дают. Прям так и хотят, чтобы я с ними бился супер ударом. Ну, я могу и так крутиться с ними. Пока будем собирать янтарь. Его очень много, реально. Так, вот эти дерзкие ребята. Ну, отскакивай, что ты делаешь? Ладно, давай суперударом их. Все, разлетелись сразу. Ну-ка, может, секреточка где есть, а? Точно, смотри. Точно. Вот и жизни восстановили. Эй! По-моему, отсюда мне видна их. Эй! Сейчас посмотрим, что там. Не будем загадывать. Давай, бежим, главное, вперед. Вот они. Не ждали, да? Эй, вы же хотели спасти моего племянника, а не попасть в плен. Да уж. Ситуация немного вышла из-под контроля. Спасибо, что спасли нас. За что его благодарите? Это я все сделал. Нек, ты живой? Кто там опять? Уже уходите, доктор? А, погодите, я сейчас. Но. Прости, что я. Погодите, пришел. Я сейчас. Просто готовил
тебе торжественный прием. Сейчас я разберусь быстренько. Ну давай покрупнее кого-нибудь. Чего вы мне салаг каких-то прислали? Какая жалость, что Виктор не смог остаться. Бам! А как, кто попал по мне? А, эти с щитами. Опять эти с щитами. Прикончи его. Погоди, погоди, что-то как-то пошло не так. Давай я к тебе подойду. Ну? Задержитесь, пожалуйста. Очень приятно принимать доктора в качестве гостя. Он меня щитом ударил. Ладно, давай. Кстати, он все, когда стреляет, он безоружный, можно сказать, становится. Мне жизни надо. Вот и жизни, кстати. Все четенько, восстанавливаемся. Остановить. Только попробуй. Опа, а как так-то? Я же уворачивался. Ну все, только подойти мне к тебе и все. Ничего ты мне даже не остановишь никак. Готовы, ребят? Убейте, сейчас. На, держи. Открывай ворота, ты даже не успела закрыть их, пошли. Следующий. А, уворачивайся. Все, 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 не увернулся. Ладно, пускай так. Ты поливальщик. На. Он поджечь хотел потом. Да хорош, как не успели, что ли? Почему она улетела-то? Это женщина. Знаю. Эй. Давайте на пару дней вернемся в Монте-Верде. Хочу обсудить одну идею. Ну, полетели. Монте-Верде. Красотища-то какая. А Лукас достойно держался во время похищения. Молодец. Вам удалось выяснить, что было нужно Виктору? О, да. Ключ от этой двери, за которой скрыто величайшее сокровище. Реликты в сотни раз крупнее и мощнее всех ранее известных. Открывший эту дверь сможет править миром. Или начать золотой век, как пожелает. Но дверь заперта. А ключ утерян. Эта дверь? Да. Я ее видел. Точнее, ее изображение. Помните мою одиночную экспедицию через пустоши? Нет. Ну, в одном из храмов я обнаружил фреску. Она закрывала всю стену. И в самом центре был такой же образ. Что еще там было? Честно говоря, не помню. Но можно вернуться и посмотреть. Но сначала придется подготовиться как следует. Если только вы не сильно горите желанием лезть в горы. Гоблины вернулись. Прилетели к нам сюда. Что-то много их. Много, ребята, много. Я знаю, как найти их базу. И как? Подсунем им что-нибудь с передатчиком внутри. Пойдемте, поможете мне. Нек, освободи место для работы. Сейчас освободим. Легко. Лучшая защита. Ребята, в следующей серии мы продолжим. Всем удачи. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. И поставьте колокольчик. Всем пока!